Привет, мои любимые! Приехала я на эскалаторе в галерею. Кто не был в питерской галерее, это не реклама, а просто так хочется поснимать. На входе стоят там чуваки без масок. Типа не пускают, ну нету жесткача, какой был раньше. Вот, смотрите, тут лифты листят. Очень так даже как-то. Тут какая-то столовая, все чихают и кашляют. И пальцы у него. У этого или у этой безлицего. И, наверное, все-таки у этого. Тут оголенные стоят. А, я ж в этом видео очень с вами не поздоровалась. Привет, мои любимые, привет. Я замученная, потому что у меня сегодня день вообще пипец будет длинное время. Не сейчас часа 2, может быть 3 уже, а может быть уже и все 4. Я уже где только не была. И у бабушки, и в магазинах, и еще вот в галерею приехала. Так что сейчас пойду штаны искать себе. О, мусульманки. Саламу алейкум. Алейкум ассалам. Видите, в Питере свободно ходят в этом самом платочках. И мечеть тут тоже мне нравится. У меня там подруга стоит, выбирает часы. Снова она любитель часов. Я как-то не люблю, чтобы что-то было на руках, а она обожает. Зачем мне? У меня в телефоне часы. Тут что за магазин-то? Ты же коллекция. Правила безопасности. Соблюдайте дистанцию. Если здесь много людей, подойдите позже. Используйте обязательно маску. Используйте бесконтактный способ оплаты. Берегите себя и своих близких. А это называется магазин Кристиана Милан. Ну все, теперь поедем жить у Милана. А, вот вообще нет, Гамбург того пока нет. Красота. Как можно в такой обувь ходить? Кто это придумал? Такое издевательство над женщинами. Пусть мужики в таких ходят. А женщины должны отдыхать, им нужно ребеночка выносить. А мужики пусть носят, как в природе. Все мужики такие яркие, а самочки просто серые. Так пусть мужики ходят. Пусть мужики ходят на каблуках, а девочкам реально же детей вынашивать. Так что пусть они ходят, как им удобно. Мне бы такая пошла, да? Угу. Да. Красивая туфточка. Дарим обувь. Где тут дарят обувь? Мы готовы принять в дар. Шучу. Голову ему откручивает женщина. Вот смотрите, платочки. И с челкой. Ручки такие, пальчики длинные, как у меня почти. О, лимончики, как Юлька нарисовала. Вот какие тут шары, смотрите, красивые.
Вот так вот я вам немножечко атмосферу показала галереи. Захотелось мне с вами поделиться, мои любимые. Я не знаю, сколько у меня там осталось зарядки, но не выдержала. Все-таки вам поснимала чуток. Снежная королева. А, тут где эта реклама была? Шуб. Еще чего-то тут нельзя заходить. Видите, все позаклеивали. Только там. Вот не положено. Это ж вам не евро стандарт. Вот это опять моя подруга пропала. А, господи. Что тут, не знаю. Цветочки. Что-то тут такое я покупала у них. А, для ногтей что-то. Мне, кстати, надо пойти маникюр сделать. Пойду сделаю, потому что у меня вообще страшные ногти. Схожу, сделаю маникюр. Я уже не дворник, поэтому мне можно маникюр себе позволить. Как я у одной спрашиваю, а почему ты там что-то... Ну, не делаешь то, что хочешь. Ты хочешь туда поехать, и не едешь. Она говорит, я не могу себе позволить. Я говорю, так позволь. Рюкзачок такой красивый. О, мне нравится. Не знаю, сколько он стоит. Тут цены не видно. Мне реально нравится. Хорошенький. Может зайти глянуть. Тоже они все в маске. Хотела просто спросить цену, но они сейчас же все налетят. Оденьте памперс. Блин, вообще классно, мне нравится. Ладно, назад будем идти. Спрошу, сколько он стоит. Мне кажется, что в Ливане не налетают на людей, не грузят их этими намордниками. Я уверена просто, абсолютно. Там люди вообще другие. Вон, смотрите, там сердечко лежит. Всем любви, мои хорошие. Немножечко вам сняла галерею, какая она вообще. Так, чтобы вы почувствовали атмосферу. Спасибо, что вы есть. Большое-большое. Хочется спеть «Без тебя нет меня». Чего ты? Если это и так истина.